поблагодарить вас за то, что пришли, нашли время в центр, в Российский центр науки и культуры. Это очередное наше мероприятие. И в данном случае направлено оно на встречу с делегацией Сибири, основного нашего региона, как по географическим размерам, так и по своему потенциалу промышленному, научно-техническому, людскому, культурному в том числе. Нас посетила делегация из города Новосибирска, но представлены там не только возможности Новосибирска, а люди, которые приехали к нам в составе этой неформальной делегации, скажем так, они представляют интересы и города, и области, и сопредельных регионов, таких как Республики Алтай, Горный Алтай, Сургута, Тюмени, ну и всех сопредельных мест. Хотелось бы обратить ваше внимание, что данное мероприятие, оно, в общем-то, является, носит характер такого рабочего визита, который можно рассматривать, в общем-то, с такой перспективой замаха на будущее, с точки зрения изучения возможностей сегодняшних Чехии, Праги, других городов, с точки зрения налаживания региональных контактов, установления двусторонних связей, знакомства с людьми, знакомства в том числе и с нашими соотечественниками, знакомства с представителями Росзагранучреждений, посольства, торпредства нашего центра. Они привезли, не экспонаты, но вы сами только что вот видели, как такие изделия народных промыслов, изделия умельцев Сибири. И наряду с установлением рабочих контактов, с изучением возможностей Чехии, рассказа о возможности Новосибирска, здесь вы сможете ознакомиться с выставкой, которая, в общем, представлена в этом зале, ознакомиться с изделиями мастеров, поговорить с ними, установить какие-то неформальные контакты. Впрочем, они сами лучше меня расскажут об этом. Прежде всего, разрешите поблагодарить в том числе и представителей города Новосибирска. Среди них присутствуют представители администрации города, представители торгово-промышленной палаты Новосибирска. Они сами расскажут о своем видении дальнейшего развития связи с сибирским регионом. Ну а теперь позвольте мне представить слово Владимиру Алексеевичу Власову, как представителю торпредства. Пару слов он скажет вам о наших контактах. Пожалуйста.